Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Ангелина Лукас дебютировала на профи-ринге на вечере бокса в Астане. Ее соперница стала также дебютантка Светлана Василевская. Бой прошел все отведенные 4 раунда по 2 минуты. Ангелина продемонстрировала огромное желание и сильнейший напор, что вылилось в победу единогласным решением судей. Казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную досрочную победу. Его соперником стал Абдуманем Саид. Бой продлился 30 секунд до того момента, как Жанкош пробил в печень сопернику, после чего рефери зафиксировал нокаут. В согласном поединке вечера бокса Иван Дычков встретился с Александром Устиновым. Все завершилось в первом раунде. Угол россиянина выбросил полотенце после того, как Дычков пробил соперника. Даняр Елеусинов победил Хуана Леала. Уже в стартовых раундах Даняр активно пошел в атаку и стал прессинговать аргентинца. Во втором раунде дважды отправил его в нокдаун. Казалось, что поединок вот-вот завершится, но аргентинец смог адаптироваться под Елеусинова и довел бой до финального гонга. В итоге все трое судей без сомнения единогласно дали победу Елеусинову. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.